И водица у нас сегодня активная, что пиздец. Это святой источник, ебаный, активный, минерализация активная. То есть это типа, ебать, минералочка от святого источника. У нас просто столовая, а это у нас вода, ебать. Активный минерал газированная. То есть это с магнием. И это у нас не природная минералочка. Это, ебать, искусственная минерализация, обработана с добавлением солей, магния, применение фильтрации и обратного осмоса, озона, УФ-облучения. То есть здесь пестицид добавлен искусственно, а тут он натурален, бред ебаный. Посмотрим, что это за хуй, да? Ну ладно, что говорить, посмотрим. Я уже ее пробовал, но сегодня вам распишу, ебать, по вкусовым. И не только. Ну, цена у нее, во-первых, 25 рублей за 0,3, а за 0,5 составляла в магазине Лента. Кстати, все цены приведены с учетом скидки по карте, поэтому, так, они там немножко дороже, но ебать, просто бесплатно оформляй себе карту, и будет такая цена для тебя, поэтому хуйна, блядь, такая, нахуйна, блядь. Короче, 25 рублей, ну, цена, четверочку, ладно, можно подешевле, источник святой, блядь, уже нихуя не святой, нахуй дорожает в последнее время, что пиздец, ну, в пределах допустимого в целом цены. Учитывая тут качество, которое они дают. А качество ебать. Ну, оно прикольное. То есть здесь в миниатюре они уменьшили бутылку святой источник. И она даже лучше выглядит тут, потому что она не гнется нихуя. Большая она гнется немножко. А это она прям толстая, твердая, ебать, солидная. Прикольные узорчики тут. Красивое обрамление тут. Крышка своя личная, охуенная, стильная. То есть она... На камере, кстати, она кажется светлее, чем на самом деле. Ебать, да. На самом деле штука она потемнее, немножко тут она прям голубой кажется, на самом деле она вся такая темно-зеленая, вот. И знаете, она в чем-то клевая, я вам так скажу. И они прикольно сделали дизайн, то есть миниатюра ебаная, охуитюра ебаная, цвет, магний, кальций, активные минералы, на английском здесь такая же хуйня. Ну то есть материальный дизайн, материал дизайн, да, дизгин. Не очень сильно это люблю, но здесь настолько хорошо это все реализовано, что просто можно пара хлопков за дизайн, просто 5 с плюсом этой хуете, очень круто сделано. Вынуждает покупать просто такой дизайн качество. Ну давайте разопьем. Знаете, вкус, запах, ароматик не сильно отличает ее от святого источника обычного. Но это только на первый взгляд. Ебать. Давайте разольем. Льет хорошо из бутылочки. Даже идеально, я бы сказал. Давайте, ебать, дегустация повторная. Дохуерная уже. Дохуерная дегустация, блядь. И о чем я бы хотел сказать при употреблении, собственно, этой воды, это то, что она на вкус... С самого своего начала она очень слабо газированная, то есть она на вкус очень похожа на любую другую воду с газом, как будто из нее газ уже выпущен, но здесь он не выпущен, я только открыл, только распаковал нахуй только ее. Она уже как будто стоит, ну, минут 10-15 открытая. Такое ощущение. И по вкусу, и по количеству газа. Но только смотрите, когда это просто вода, это я не очень уважаю. Типа газ вышел, и уже ничего нет за ним. То есть там просто нихуя нет. Просто весь вкус уветривается. Какая-то вялость ебаная, завялость ебаная здесь. А тут, смотрите, вот эта вот вялость, это основной вкус. И за ним еще есть послевкус ебаный. Знаете, он не такой уж и ебаный. Это мягкое соление, мягкое, блядь, раздвижение. И это, когда ты хочешь воду с газом, например, но не хочешь, чтобы сильно тебя газ ебашил. А так, чуть-чуть, капельку ебанул, и приятное послевкусие. Но чтобы это не пустота ебейшая была, а просто такая нихуейшая. Вот был аналог раньше, Бонаква
в Анако были раньше, блядь, кто может помнить, кто застал те времена, блядь, нулевые, конец, может, начало, там, десятых. У них, короче, были три вида газировки. Слабогазированная, среднегазированная и сильногазированная. То есть, ебать, прикольно. Вот сейчас такого нихуя никто не делает. Тогда Бонаква, ого-го, они ебарили капитально, я скажу. Вот. И в целом, это, наверное, как будет как слабогазированная Бонаква. И актив, я скажу так, неплохой. Здесь у нас соленость присутствует, но это... Это нихуя не боржом, это чисто вот так, по минерале Бонаква с гайвиком, но с гайвиком слабым. И это прикольно, что они появились, такие цветовые источники. И я скажу, я уже плохо помню, конечно, что было в Бонакве, но дизайн тут прикольный, он лучше, чем Бонакву стопудово. Хотя, чем Бонакву современный, да, чем Бонакву тех времен, они там прикольно ебашили морского бога Посейдона хуёна ебаного. Сейчас вам найду, покажу даже, блядь. Может, выведу на телеэкран. Чтобы сравнить вам. Старая, блядь, старая. Не стареющая классика. Ебать, это только новое, мне нужно то, что постарше. Ебать, где оно, сука, блять? Здрасте, молодые люди, не хотите хуй на блюде? Во! Сейчас качаю. Вот такой был дизайн раньше когда-то. На мой взгляд, это прям... Это прикольный хуйзайн ебаный прям. То есть это есть с чем конкурировать тут. Прикольный дед, прикольный мужик такой тут. То есть такая хуетая, блядь. Развитая, блядь, красота всякая. Еще там, кто может помнит, он еще и вот здесь был наебашен, на больших бутылках. На маленьких нет. Вот. Ну, в целом, как минимум, наверное, я скажу, что это что-то на уровне. Да, пожалуй, вкусу я поставлю этой воды пятерочку. Он такой органичный, ненавязчивый, хочется просто по чуть-чуть наливать, блядь. Воспевать, блядь, ее. Смаковать, блядь. Хотя там он не сильно глубокий, но такой легкий, жвачка такая. Bubblegum, конфетка, шоколадка такая, которую просто по чуть-чуть хуяришь. Ну, вроде не сильно, но прикольно, не дебильно, блядь.